пожаловать в будущее. Будущее, склонившееся у алтаря нации. Создано и установлено 250 тысяч элементов. На работу затрачено более 100 тысяч часов. Использовано 6 тысяч литров краски и лака. Вес конструкции составляет 28 тонн. Но это только начало. После завершения работы алтарь нации будет состоять из 3 миллионов 480 тысяч элементов. Его высота составит 92, а ширина 132 метра. Общий вес конструкции составит 300 тонн. И каждый на этой планете сможет сказать: «Это сделал я».